Для меня это просто человек, который стоит у руля нашей страны. Вызывает он положительные эмоции. Никакого там негатива я не испытываю. Если бы не он, это бы ничего бы, никакие не выплаты, не пособия многодетным и пенсионерам. Вот Путин меня устраивает, плохого ничего такого не сделал. Вроде помогает там на Украине. Хоть и наши, конечно, ребята гибнут, но чё, куда ж деваться? Мне 77 лет, я на своем веку президента повидал кучу. Это единственный, который что-то из себя представляет. Все остальные ерунда. Потому что мы знаем, как он руководит. Поэтому мы все за него. Пожилые особенно. Он мне нравится, потому что для России он Россию с колен поднял по такой на мировом рынке. То есть не рынке, а политическом плане. Очень много лет у власти, и он знает, как и что нужно сделать для того, чтобы страна процветала. Ну, дело начал великое. Вот надо закончить под его командованием. Мы ровесники с ним. Надо ему закончить дела. А мы ему поможем. А он проводит хорошую внутреннюю и внешнюю политику. Он справляется со всеми своими задачами. И как человек он хороший. Уважительно, Путин, красава. Все. Поддерживаем Путина.